Всем привет! Собрал все камни, наконец, на одном берегу озера Селигер. Ну, не все, конечно. Все собрать тут невозможно, а, скажем так, более-менее подходящие для тренировок, те, которые нравятся. И теперь, по совету местных жителей, плыву на остров. Вот он прямо по курсу. Покажи остров. Плыву за камнями на остров Белый Лав. Ну, а это вот противоположный берег, который, в принципе, я, ну, наверное, покажи его полностью. Он уже обобрал на предмет подходящих для своих тренировок камней. Ну и заодно часто меня спрашивают, делаю ли я кардио. Вот, смотрите, делаю, гребу на лодке на остров Белый Плав. Остров немного приблизился, отплыли уже изрядно. Вот так выглядит противоположный берег. Не знаю, сколько еще осталось, наверное, около половины. Ну, разумеется, я потащился на этот остров не только ради камней, а заодно для того, чтобы погрести на лодке, что мне очень нравится, ну и посмотреть, что это за такой остров. Остров приблизился, осталось совсем немного, но пока выглядит не очень утешительно, в смысле поиска камней. Сделаем сейчас круг почета. Вот так выглядит обратный берег, откуда мы начали плыть. И вот само озеро Волга, которое входит в систему озер Селигер. Собственно, здесь озеро Волга, но и называют еще просто река Волга. Продолжаем. Камней пока не видать, вот цапли. Там камушки. Здоровый, да. Слишком большой. А это чайка такая, что ли? Чайка и цапли. Были, считай. А вот и камни. Сейчас немножко тут проплывем, посмотрим. Ты на них не наткнись. Нет, брат, они вон какие огромные. Но пока все не плыло, вон там на дне что-то видать. Тут на мир похоже. Ты снимаешь их здесь? Да. Да, камни тут навалом. Народу нет, видимо, нет, спрячется. Думаю, грибов навалом, да. Все какие-то берега топкие. Вот там, может быть. А, сейчас поближе подплывем. Вот тут такие старые камушки. Какие-то, да. Какие-то прям замшелые. Нет, тут в воде еще есть. Равника. За ними надо. Не, ну, в воде тут. Нырять нам. Берег плохой, конечно, песка нет. Да.
и подходы, подъезды плохие. Ну чё? Ну чё, поплывём чуток. Ха. Всё, приплыли. Зря качался, что ли? Не зря качался. Ух ты, осторожно, там деревяшки над головой. Ладно, сейчас мы. В общем, отплываем отсюда. Камней-то много. Но все не то. Вот, в принципе, какой-то есть подходящий. Красивый мху. Такого, чтобы глаза бросил стрелять. Вот. Тоже. Пошли. Вот. И все, ко мне. Новое место посмотрели. Опять птичка. Ну все, где? Покажи остров. Посетили остров. Остров Белый Плав. Сейчас уже отправляемся назад. Посмотри, опять тайс, что ли? Тут большое полетело. К сожалению. Покажи его еще раз. Камней много, но ничего подходящего не нашли. Надо сюда не на сколько выйти, а более обстоятельно. Ну и сейчас возвращаемся обратно на свой берег. Цапля красиво стоит. А ее видно будет? Я не знаю. Думаешь? Угу. Это бог ты мой, ты танцуй. Не надо, она улетит. Не надо беспокоить, там, наверное, гнездо. Смотрите. Ладно, сейчас на скорость 10 грибов. А!